Без води, їжі і зв'язку. Як виживають люди в окупованих терористами містах і чого вони найбільше чекають? Ми поговорили телефоном із жителями Донецька, Луганська і Первомайська. Послухайте. Просиділи ночь по голову, ну, це восточна окраїна міста, тому що сильно стріляли. Все залишається так же тяжело, ні світла, ні води. Люди сидять по підвалам, тому що дуже, ну, дуже сильно бабахають. Слышні автоматні очереди. Це восточні квартали Луганська. Вот у нас нет ни продуктов, ничего. У нас все магазины закрыты. Мы сидим под бомбежками. Это бывает такое очень редко. До 2-3 часа приезжают продуктовые лавки, открываются, привозят продукты. 2-3 часа, за 2-3 часа люди разбирают все. Мы здесь живем, это вообще... Вы понимаете? Мы ждем как Бога, когда украинские ребята придут к нам. Тогда они нас освободят, потому что вот уже не знаешь. В центр приедешь, там бомбят. Продукты быстро купил, запрыгиваешь в автобус и бегом домой. Чтобы, ага, дома хоть подвал рядом есть. В городе очень много как убитых, так и раненых. Но есть у нас и больницы. Но в этих больницах на данный момент нет условий. Нет воды даже технической. Вот со слов докторов местных. В городе работает сейчас единственный хирург. Она говорит, что нет воды, и, соответственно, им даже нечем разводить физраствор приготовить. Обстрелы ведутся по окраинам. В самой Макеевке конкретно боевых действий не ведется пока. Я не могу, если мне тоже зарплату дали, у меня там 100 рублей осталось, я не могу получить. И выехать не могу отсюда. Вот. А в некоторые магазины еще, да, вот действует система вот этих вот